Всем кул, с вами я, Джеффл, братюньки, сегодня я решил получить Дани Алвеса за 10 очков защиты. Можно сказать, что это бесплатно и халявно 5 миллионов, потому что он будет доступен на трансферном рынке с 30 числа. То есть я смогу своего игрока продать за деньги вот этого. А я его и продам, потому что он мне не нужен, потому что у меня стоит на правом фланге Марио Гаспар с рейтингом 97, а, к сожалению, Дани Алвес будет 96. Поэтому, как бы, каким он крутым бы ни казался, я поставлю Марио Гаспар все-таки на правую защиту, а Дани Алвеса продам. И вот он, самый крутой Дани Алвес. Сейчас мы его поставим в основной состав, и мы получим награду за то, что мы поставили одного игрока основной команды года, типа свой основной состав. И мы получим 1000 усилений навыков команды. И вот он, как раз Марио Гаспар, ставим Дани Алвеса. Все, меняем обратно Гаспара, мы получили достижение, и сейчас мы получим 11 достижение, да, команды года, где будет 1000 усилений и логотип команды года. И, кстати, я логотип себе команды года поставлю, потому что это действительно очень прикольно. Все, переходим в награды, получаем. Вот прям круто. И, кстати, мы сейчас прокачаемся, и у нас вроде будет состав с рейтингом 96, если мы сейчас быстренько качнем. Да, у нас будет сейчас состав с рейтингом 96, бесплатный состав. Обязательно, ребят, поставьте за этот состав лайк. Это вам вообще будет прикольно. К сожалению, не смогу собрать трех основных игроков команды года, потому что у меня не хватит денег, к сожалению. Но за этот видосик, бро, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал. Все, всем бро, пока.